Шалом. Есть прекрасная традиция – празднование Рош-Ашана. Вспомнить обо всем, что случилось за год, признаться себе во всех своих недобрых поступках и искренне в них раскаяться, чтобы не повторять в будущем. Если до каждого из нас, независимо от вероисповедания и национальности, эта традиция войдет в ежедневную практику, то действительно каждый наш год будет Шана Това. Шана Това. Уметука.